Очень часто нельзя вытащить невырезанный ключ из смарт-ключа. Он застряет там. То есть вот вы нажимаете кнопку, он не выходит. Для этого надо. Здесь кнопочка Push. На эту кнопочку надо сильно нажать и другой отверткой помочь и вытащить его. Бывают случаи, что это не помогает. Тогда вам надо взять маленькую отвертку, ставить здесь, чуть-чуть прокрутить, осторожно, чтобы не повредить ключ. Потом вы берете вторую отвертку побольше и помогаете ей открыть ключ. Ключ открылся. Но это еще не все. Потом еще надо здесь нажать, чтобы ключ отошел. Все, ключ вышел. Вот, как он устроен внутри. Вот тут язычок, он держит его, эту дырочку. Так как ключ не вырезан, она очень маленькая, и поэтому оно застряет. Для этого надо или разбирать ключ, или вытягивать.